Мы жизнью нашей пишем свою судьбу, и свой отчет мы отдадим, когда услышим слова святые: «Се гряду». И звуки счастья, вопли стона тогда раздануся вокруг. Но будь внимательным, мой друг, давай мы вспомним про Ион. Я вижу ясно пред собой тот грозный шторм, и как за жизнь свою сражаясь трудно, плывет, изнемогая судно в несоглашении с судьбой. И среди грохота и шума, как будто вскрывшись в мраке трюма, спит, невзирая ни на что, беглец несчастный. Сон его здесь неуместный, он не знает, что это судно погибает, он спит, как часто спим и мы. Но среди этой мрачной тьмы, как будто отдаленным стоном раздался крик: «Проснись, Иона, корабль гибнет, выходи! Еще чуть-чуть, совсем немного, и мы умрем, возвяжет Богу, чтоб не погибли от воды!» Молились все, остался ты. Остался ты, судьбы загадка. Вот брошешь жребий, в сердце кратко летит вопрос: кто ты? Откуда ты идешь? Кто я? В душе больнее всего признаться в корне всех страданий короткой фразой: я еврей. И если это неизвестно, то я отвечу: мой народ Израиль избранный. Я тот, кто перед Богом вечно честно ходил всю жизнь из года в год. Что пользы в том? Теперь скрываюсь, от всех и от себя бегу, всего лишь только потому, что с Богом я не соглашаюсь. Но, капитан, куда я спрячу свою тоску? Да-да, я плачу, мне очень больно без него, и гордость сердца моего внутри меня терзает буквально все. Пойми, я тот, кто правду истинную зная, ту правду, что во мне пылает, усталое сознание жжет, пытаюсь скрыться, убегаю от Господа. Знай, что буря вот не просто разразилась, и вспышки молний, гулкий гром, все это горе совершилось из-за меня над кораблем. Знай, что не будет преступлением, когда меня волна вы отдадите, в тот час утихнет буря, пусть же вам не будет в тягость это дело. Не тратьте время, будьте смелы. Бывает, исповедь порой не даст желанного покоя, и боль реальности волной нас, принимая грех, не смоет. Кушая горечь сожаления, мы вспомним обо всем. Напомнит память во мгновение. Но, к счастью, время не стоит, и с громким воплем покаяния незамедлительно летит свобода в солнечном сиянии. Бог не без милости, и нам там сомневаться нет причины, тем более, когда Он сам нас вырывает из пучины. И мы настрогавшись готовы и не идти на призыв, не боясь. Мы жаждем делать что-то снова, в лицо опасности смеясь. Да, мы готовы, но обратно ошибки, боль, не тот расчет, как мы надеялись. И вот нам снова станет неприятно, себя почуяв огорченным. Спокойно небо, солнце, свет, никто не гибнет, все спасены. Но мы, спокойны ли мы? О, нет. Нам тень растения дороже всего на свете в этот миг. И мы так стонем, больно, Боже, так больно, стебелек поник. Иона, слушай, Бог ответит на необдуманный упрек. И то, что Он сейчас осветит, узри, и взяв себе в урок, проникни с этим Божьим словом, внимай Ему и будь готовым. Так говорит великий Бог. Когда впервые с горьким плачем над Авелем склонилась мать, познавши горечи, что значит иметь и мысли с кем терять. Не ты смотрел на преступление, когда впервые над землей раздался первый крик мучения Адама с Евой предо мной. Не ты смотрел, как одиноко им было после без меня. Не ты страдал себе жестоко на их беспомощность глядя. Я не создал их для страдания, я не создал их для греха, когда в вершине мироздания поставил их двоих тогда. Не ты мучительно годами терпел падение людей, не ты бегущими годами их звал к себе от злых путей. Не ты любил, не ты в терпении их доставал из бездны зла, но я, лишь только я, прощение им с радостью давал всегда. Не я, а грех их души губит. Я не хочу, чтобы было так. Я не хочу, чтобы гибли люди, идя на смерть бездонный мрак. Пойми, что я отец, и значит,
Мне дорога судьба людей, я их родил, и зло не спрячет мольбу и слезы их очей. Мольбу и слезы. Слово Бога в себе скрывает боль отца. Его забота и тревога порой настолько нам близка. Бывают личные законы дороже сердцу и родней, чем судьбы гибнущих людей, как было раньше в Ионе. И слово вечного писания не будет нам, друзья, в упрек. Дай Бог, чтоб высшее призвание не в тягость было нам, а в рок. Аминь.